Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Люди с этим именем чаще всего веселые, коммуникабельные и открытые миру души, которые оживляют любое общество, приводя окружающих в хорошее настроение. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы Х в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Человек с таким именем в основном попросту тратит свою энергию на бездушные дела, которые, как показывает практика, не приносят разумного результата. Все свои неприятности спускаются на смех и игривость. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Для людей с таким именем характерны вибрации, излучающие оптимизм и доброжелательность по отношению ко всем людям. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.